привет! Вы на канале Makeup by Elin. С вами Элина Светимова. Я профессиональный визажист, имею стаж работы в этой области больше 15 лет. Ну и для тех, кто со мной еще не знаком, я веду блог о визажистах, о мейкапе, о красоте, о женщинах и так далее. И тема сегодняшнего видео, она будет очень интересная. Тема родилась не просто так, на самом деле, потому что одна из моих подписчиц очень сильно повлияла на меня с одним своим таким личным рассказом, не буду называть ее имя, но примерно тема будет называться так: как влияет личная жизнь на карьеру визажиста. Я думаю, что для девочек будет интересно услышать мою беседу, потому что, видите, работа мастера – это такая работа, когда к тебе приходят клиенты, когда к тебе приходят ученики, и все с тобой делятся, все рассказывают о своей личной жизни, и порой ты просто являешься, ну не знаю, человеком, который знает очень много, да, и, естественно, мне есть чем поделиться с вами, также мой опыт я бы хотела вам немного рассказать о том, как моя личная жизнь влияла на мою карьеру и так далее. Значит, смотрите, в первую очередь мы с вами можем сразу сказать так, что профессия визажист – это творческая профессия. И сейчас, наверное, уже каждая первая девушка хочет быть визажистом, если не для работы в этой области, ну, по крайней мере, для себя. И часто так бывает, когда ваши вторые половины, особенно когда вы с ними только знакомитесь, или, может быть, даже вы с ними можете жить уже много лет, и когда вы начинаете вдруг произносить такое слово «я хочу быть визажистом», и мне интересна эта профессия визажиста, и ваши молодые люди, ваши вторые половины, или ваши знакомые, друзья, мужчины, сейчас я говорю только о мужчинах, могут просто, первое, могут сказать так: а кто такие вообще визажисты? Второе, они могут сказать: тебе что, делать нечего? Это же такая несерьезная профессия, нужно стремиться там куда-то выше, у тебя такое образование, или нужно получить образование, а потом быть визажистом. И другая категория мужчин может просто вас поддержать и сказать: это классно, молодец, сейчас это модно, на это можно зарабатывать деньги, я тебя поддерживаю. Если нужно, я тебе помогу. Вот. Бывает в основном вот три категории таких вот мужчин, которые либо отрицают полностью и говорят, что это полная ерунда. Вторые мужчины – это которые могут вам сказать: это классно, я тебя поддержу в твоем начинании. Вот. И третьи, которые вообще эту профессию не знают. Все очень просто. Других просто не бывает. Вот. Ну, есть еще, конечно, четвертая категория, которым не нравится все это, но из-за того, что они любят своих вторых половин или хотят завоевать ваше сердце, они, конечно, могут схитрить и сказать: да, это круто, это классно, но потом вы начнете с ними встречаться, вот, но они будут вам говорить, что это все полная ерунда и так далее. Теперь смотрите, я думаю, что уже из этих слов кто-то узнал, может быть, свою какую-то историю, свою ситуацию с молодыми людьми. Чуть-чуть отвлекусь от темы, скажу, что еду я очень сегодня медленно, потому что я очень быстро всегда езжу, на самом деле, и недавно я съездила за ребенком в школу, и эта поездка обошлась мне, два раза за ребенком в школу съездила, и мне это обошлось $400. Я заплатила штраф, потому что я превысила скорость, вот, а превышение скорости здесь до определенных показателей – это сразу штраф, если перевести в доллары – $200. Поэтому теперь я еду, если написано 60, значит, я еду 60. Вот. И сразу понимаю, это так скучно, нужно ехать, и вот реально прям вот смотри, сейчас я там еду 70, вот нужно ехать 60. А с другой стороны, все меня обгоняют. Ну, в общем, это я так немного нашем женском вождении. Думаю, любители, кто водит машину, меня поймут. Итак, возвращаемся к теме о карьере визажиста и о личной жизни. А проще об отношении мужчины к вам, когда вы не
ему заявляете, что вот теперь я буду визажистом. Итак, смотрите, давайте разделим сейчас вот так вот женщин на несколько категорий. Да? Есть первая категория женщин, которые домохозяйки, которые сидят дома, воспитывают деток, да, у которых нет возможности пойти на работу, даже если они этого хотят, нет возможности, может быть, быть визажистом только лишь потому, что они вынуждены находиться дома, вот, либо с детьми, либо у них просто нет возможности финансовой приобрести косметику, начать работать, пойти на курсы. То есть первая категория женщин, которую сегодня мы с вами будем разбирать, это женщины, которые сидят дома, да, вот, или имеют какую-то работу, которая у них дома, и они привязаны к дому. Вторая категория женщин – это женщины, достаточно самодостаточные личности, кто не зависит от мужчин, кто работает сам, кто строит свою карьеру сам, кто имеет финансы какие-то уже скопленные, и который может, в принципе, себе позволить быть визажистом, если он желает сменить свою профессию, может позволить себе купить косметику и так далее. То есть вторая категория – это такие самодостаточные личности, ни от кого не зависящие. Я думаю, что уже вы себя сейчас, может быть, нашли. И третья категория женщин – это те женщины, которые зависят от мужчин. Вот, неважно, вы можете работать, а можете и сидеть дома, вот. Но как бы ваша зарплата, например, она такая очень маленькая, и она не позволяет вам вот в полный оборот пойти вот на какие-то суперкурсы, на те, которые вы хотите. И вот вы вынуждены немножечко вот так вот, я скажу по-русски, унижаться, может быть, перед своим мужем и пытаться у него выпросить эти деньги или у вашего молодого человека, да, вот. Ну, то есть вам не хватает денег для того, чтобы осуществить свою мечту. Поэтому вы вынуждены прибегать к помощи, к вашей второй половине. Вот, такое тоже часто бывает, я знаю, потому что когда-то и сама так делала, и, то есть... Это нормально. Дальше. Смотрите, давайте рассмотрим категорию первую. Кто вот сидит дома и не может... Нет, давайте рассмотрим категорию ту, кто самодостаточный, кто может себе это все позволить. Я думаю, что эта категория самая простая. То есть женщина сама выбирает, какие курсы. Женщина сама выбирает свою профессию, да, то есть она все решает сама. Может быть, она с кем-то и советуется, но у нее характер по жизни больше такой... когда она сама принимает решение, поэтому ей особо советы не нужны. Но представим такой момент. Вот смотрите, давайте представим, что вот я такая самодостаточная тетенька, да, у меня вот есть там финансы и много чего, например. И я, например, свободная, да, вот каждую категорию давайте разберем подробно. Я вот, например, свободная. И вот мне так надоело, не знаю, там, например, работать где-нибудь в каком-то банке, или там вести какой-то свой бизнес, и я вот просто захотела стать визажистом, не только лишь потому, что сейчас это модно, это круто, а просто я хочу этим заниматься, потому что я женщина, и вот я хочу вот вкусить и попробовать вкус этой профессии. Смотрите, я, например, решилась уже на все на это, да, выбрала себе курсы, школу, и тут вдруг... Неважно, знакомлюсь я с молодым человеком или у меня уже есть молодой человек, и я ему говорю: ты знаешь, вот такая ситуация, как бы, мне все так надоело, и я хочу быть вот визажистом. Ну, сразу давайте посмотрим. Первая категория мужчин, которые скажут, а кто это, такие визажисты, да? И вот вы можете, он может вам задать, а кто такие визажисты? И вы пытаетесь ему сказать, ну вот визажисты это там творческие люди, они делают мейкап на лицо, та-та-та-та-та-та. И чаще всего вот 80% мужчин могут сказать так, которые не знают эту профессию: тебе вообще это надо, да это же не серьезно. Ну и что ты будешь там в наклонку стоять, да ты денег с этого не заработаешь, да и вообще как бы они против этого. И, то есть они вас сразу не поддерживают. Два слова он вам сказал, он это значит отрицательный, значит он уже вас не поддержал. Вот. Второй ответ, который вы можете услышать от своего мужчины, который скажет: это круто, здорово, я рад за тебя, если тебе это нравится, давай, если нужно, я тебе помогу сделать веб-сайт, давай там разработаю для тебя логотип по визиткам, там, не знаю, там, YouTube-канал помогу тебе зарегистрировать, если ты не знаешь, пропиарю тебе где-нибудь в Google,
давай обратимся в рекламную компанию, которая тебя сделает известным визажистом. То есть второй ответ может быть такой, да? Вот. А третий ответ, он может быть такой немного хитрый ответ, вот в чем фишка этого видео, да, что в основном вот мужчины, они бывают такие, они говорят, слушай, ну да, интересно, ну если тебе это нравится, давай ты этим займешься, как бы, тем более ты там не теряешь свою профессию, или если ты хочешь совсем уйти с этой профессии, это тоже, наверное, для тебя важное решение, вот. Но внутри эти мужчины, они могут не быть согласны даже со своими словами, и они вам так вот очень, можно сказать, красиво лгут. Вот. И вы, значит, такая добрая, под, все равно вы любите вашу вторую половину, да, или там, не знаю, дорожите этой второй половиной. И тут происходит такой момент, когда вот он, надо же, он вас еще и поддерживает во всем в этом. Это вообще круто. Вот, и вы вступаете, значит, на этот путь. И через какое-то время он начинает вам, да зачем тебе это надо, да тра-та-та-та-тра-та-та, и вот он начинает просто на вас влиять, начинает на вас влиять своими негативными мыслями, своими плохими этими разговорами о визажистах, о несерьезности, он не относится к вам серьезно, начинает вам говорить, вот ты там тем-то занималась, это было для тебя лучше. И то есть вы падаете как духом, как визажист, заканчиваете курсы, и в итоге вы не продолжаете работать, потому что очень важно, вот именно когда визажист становится, быть только визажистом, и очень плохо, когда есть рядом люди, которые вас просто берут и поливают водой, и вы просто захлебываетесь, тонете, и дальше плыть не можете, потому что у вас уже желания нет, сил нет, настроения нет, ничего нет. Вот такой момент тоже бывает. Поэтому часто так бывает, что девушки самодостаточные, они проходят эти курсы и останавливаются на том, что они просто красиво себя красят. Вот. Давайте рассмотрим категорию женщин. Но здесь, слава богу, хоть деньги свои были. Она не просила ни у кого эти деньги, да, и никто не будет ее там, по-русски говоря, гнобить за то, что вот я тебе деньги дала, ты там, не знаю, не оправдала там их, не вернула их, я не знаю, там семейный бюджет и так далее. Вторая категория, давайте рассмотрим женщин, которые сидят дома, которые зависят от мужей. Вот. И вот представьте такую ситуацию. Вот вы, например, домохозяйка с детьми, вся вот такая замученная, замученная, уставшая от этой жизни, но все еще улыбаетесь, счастливы, потому что у вас есть дети, есть семья и так далее. Но вас все так внутри достало. И вот представим такой момент, когда муж к вам просто серьезно уже не относится, потому что он вроде и понимает, что вы дома с детьми сидите, что детьми занимаетесь, и что это большая работа. Но бывают такие мужья, которые не относятся к вам серьезно только лишь потому, что вы, ну, просто в его глазах такая домохозяйка. Вот. И как бы он там вам не лукавил, не улыбался, все равно мужчинам интересны те женщины, с которыми есть о чем поговорить, придя с работы. А когда приходит он, и вы там только о детях, о том, о сём, часто такой интерес у мужчин к женам бывает, что пропадает. Я не говорю про всех, но такое бывает, согласитесь. Поэтому представим, что вы решили вырваться с этого семейного капкана бытовой жизни и решили стать визажистом просто лишь потому, что вам нравится эта профессия. Но денег-то у вас нет, а хорошее обучение, представим, например, что это там, $1000, да? Ну или меньше, или больше, неважно. Или вообще, Калин, хотите полететь ко мне в Дубай. И вам нужно как-то вот теперь деньги либо заработать, либо у него попросить, да? И вот представьте такую ситуацию. Вот приходит муж домой, вы подходите к нему и говорите, мне нужны деньги, да? Он сразу, на что тебе нужны деньги? Ну, я вот хочу быть визажистом. Ну, сразу, да, он либо знает эту профессию, либо нет, либо хитрит, но он просто вам говорит, скорее всего, такое очень часто бывает по рассказам моих учеников, что ты что, вообще с ума сошла такие бабки выкидывать на какие-то помазульки? Ты не будешь этим заниматься, зачем тебе это надо? Здесь начинаются сразу конфликты в семье, ссоры, недопонимание, вот, и в принципе он и так, может быть, к вам серьезно не относится, а тут вы еще и каким-то визажистом несерьезным хотите стать, ведь на самом деле профессия визажист в глазах мужчины, и не только в глазах мужчины, это является отчасти такой несерьезной профессией, как очень многие думают. Пока ты не станешь зарабатывать хорошие деньги в этой профессии, вы скучны для ваших друзей, вы скучны для ваших подруг, которые зарабатывают больше вас, вы скучны в целом для вашего близкого человека, потому что
Ну, согласитесь, женщина, которая все-таки зарабатывает сама и имеет деньги на свои какие-то расходы, она более интересной становится в глазах мужчин. Вот. Я сейчас, конечно, не говорю об олигархах, которые спонсируют и содержат своих жен, там, любовниц и так далее. Поэтому вот получаете вот такой ответ – нет. Либо да, но он все равно к вам не относится серьезно. Что здесь может быть? Представим, что он вам дал деньги, неважно, каким путем вы эти деньги с него попросили, да? Вот. Представим, что он заплатил деньги. Вот такое, кстати, бывает тоже очень часто. Попросили деньги, он вам их дал, вы обучились. И вот вы такая вся волшебно-сказочная, красивая, накрашенная, приходите с курсов домой, и вот вы ему это все показываете, смотри, я так... Ну, вот часто мой опыт показывает то, что вообще мужчинам ничего в плане мейкапа рассказывать просто не надо. Они на самом деле, да, это вот знаете, как ребенок играет в планшет, когда ты там, не знаю, в компьютере сидишь, работаешь. Да, сынок, молодец. Вот так же и мужчина к женщине. Да, молодец, там на мейкап сегодня ходила, круто сделала, все, только отстань от меня. Вот, то есть он продолжает к вам несерьезно относиться, если он изначально это не одобрил. И все ваши помазульки, все ваши красивые ресницы, и все это для него, честно сказать, не особо важно. Если мужчина реально работает, он бизнесмен и так далее. Поэтому мой совет всегда приходить с курсов, вообще молчать, просто приходить красиво и просто себя вести по-другому. Немножко так, как королева. Заметить, не заметить, это уже другой вопрос. Но почему я веду эту беседу? Потому что часто так бывает, что через какое-то время, когда вы заканчиваете курс и не можете, ну, естественно, он вам там дал деньги, допустим, на косметику, и через какое-то время вы закончили курс, но вы не работаете. И он может вас спросить, не может, а он вас спросит, ну и что, вот закончила ты свои эти курсы, и что дальше собираешься делать? И вы ему говорите, ну вот, я вот сейчас там собираюсь, там, не знаю, Инстаграм открывать, сейчас подружек буду красить, буду искать каких-то моделей, мне нужно портфолио сделать. Все это ему не интересно, потому что он к вам серьезно не относится, только лишь потому, что он серьезно не относится к этой профессии. Он к вам серьезно относится только лишь, когда вы мать его детей, либо же он вас на самом деле любит, и вы его любимая женщина. Вот. Но бывает так, что даже если вы любимая женщина, это не значит, что он должен серьезно относиться к вашим увлечениям и к вашим всяким помазулькам, как многие мужчины говорят. Вот, поэтому... И, как правило, 90% женщин не могут заработать тех денег, о которых они мечтали, идя на курсы. Не могут найти клиентов, клиенты попадаются капризные. И, в общем-то, вы, ваш мужчина видит, что вы по-прежнему, не знаю, там, сидите дома или работаете. Ну, то есть ничего нового не происходит. Да, вы закончили, да, вы теперь ходите красивое, накрашенное. Но сам факт, что вот какого-то такого суперглобального изменения в его глазах он не видит. И он по-прежнему продолжает относиться несерьезно к визажистам, а отчасти несерьезно к вам и в целом об этой профессии. А вот, и давайте рассмотрим третий вариант женщин. То есть первый вариант у нас был те, которые самодостаточные, второй мы сейчас с вами побеседовали, это те, которые ну, не имеют сами средств, да, и просят деньги у своих мужчин или у своих парней, я не знаю, там, своей близкой половины. И третий, кто как бы работает, но тоже вот ну, как бы с трудом, да, позволяет себе все это приобрести. Вот у них тоже может быть такая ситуация, когда они точно так же могут подойти к своим мужьям, и мужья тоже могут по-разному среагировать, или часто это бывают парни. Но самый интересный момент во всем этом, это, знаете, это все-таки когда вы знакомитесь с молодым человеком. Вот одна моя подписчица, она познакомилась с парнем, да, вот вкратце расскажу. И он там, значит, какой-то заученный у нее, не знаю, программист или еще кто-то там с, чуть ли не, с 10 образованиями. И вот он ей говорит, ты что, собралась визажистом быть? Ты вообще, что ли, у тебя с головой типа не в порядке? Ты на этом, во-первых, денег не заработаешь, во-вторых, это что это вообще за профессия? Даже там в российском законодательстве такой профессии нет. И, то есть начинается разногласие. Вместо того, там, чтобы пойти куда-то, что-то там, потратить на что-то другое деньги, там ты идешь и столько покупаешь себе косметики, а мужчины вообще не понимают трату денег на косметику, даже супер, которые вас любят. Вот. И, в общем-то, на этой почве она рассталась со своим парнем только лишь из-за того, что их интересы не сошлись, и из-за того, что она хотела работать мейкап-артистом. Вот.
Ну, еще раз напомню, да, может быть, кто-то не сначала меня смотрит, что тема сегодняшнего видео, она о нас, о визажистах, и конкретно о личных отношениях между мужчиной и женщиной, когда вы пытаетесь строить свою карьеру как визажист. Вот из всей из этой беседы я уверена, что вы отчасти нашли себя, нашли своих мужей в этой беседе. Может быть, что-то я не смогла еще открыть, бывает еще и хуже, а бывает хуже как, что вот у меня ученица, например, закончила курс, и ко мне пришел ее муж вот недавно и говорит: вот она закончила у вас курс, вот уже прошло 2 месяца, она еще ни копейки денег типа домой не принесла. Я говорю: и что, я здесь при чем? Ну вот вы что, на курсах не учите, как нужно зарабатывать деньги? Я говорю: учу. Вот, вообще я не обязана это делать, но я учу. Я учу, как нужно делать. Но ваша жена этого не делает. Либо вариант один, либо она лентяйка, не может и не следует моей инструкции открыть Инстаграм, завести в Фейсбуке, начать общаться с фотографами. Либо просто вы ее гнобите, что ты ничего не заработала, денег у тебя нет, я тебе ни копейки не дам на новый блеск. То есть получается вот такие вот, знаете, русские базары, я бы сказала. Поэтому, если опустить всю, вот, все то, что я сейчас рассказала, я скажу так. Вот смотрите. Нет, к черту я подведу чуть позже. Вот смотрите, как это начиналось у меня, да, поскольку я такой вот пример у вас, кто меня уже знает, да, кто со мной общается. Смотрите, когда-то я решила стать визажистом. Да, я четко понимала, что эта профессия мне нравится. В первую очередь нужно четко понять, кем вы хотите быть. Вот просто пойти обучиться на курсы, даже если бы я была мужчина и моя бы женщина сказала: дай мне денег, штуку баксов, я пойду обучусь на курсы, даже я бы задала ей вопрос, как бы, что ты собираешься потом дальше делать после этих курсов? Ты собираешься пойти работать или ты вот просто хочешь научиться для себя? Ну, естественно, я бы там сказала, она бы сказала: я хочу пойти работать. Я бы вот как вот умный мужчина, я бы сразу сказала: хорошо, просто вот на... Напиши мне вот так вот сейчас в 2 словах свою концепцию дальше твоей работы, твой вот стратегический план, да, как ты собираешься работать. То есть во всем, понимаете, у вас должны мозги работать как, я не знаю, как ЭВМ. Не знаю, такая пословица, что такое ЭВМ, я, честно говоря, даже не знаю. Вот, то есть вы должны четко понимать и видеть себя, кем вы хотите быть через год. Когда я начинала свою карьеру, я точно знала, мне вообще по барабану все эти парни, все вот это, вот это. Я замуж знала все равно раньше 27 лет, не собиралась выходить. Вот, я такая была с детства. И я знаю, что я всю жизнь буду идти к тому, что я вот просто смогу себя найти в этой профессии. Я четко знала, кем я хочу быть уже через год. Я знала, что я хочу победить на конкурсе. Я знала, что я хочу быть визажистом, не просто фрилансером. Я знала, что я не хочу работать в салоне. Изначально я это знала. И я знала, что я хочу быть преподавателем, и я буду проводить курсы, в которых будет не меньше 10 человек. Вот к этому я стремилась, и когда я знакомилась с парнями, и я говорила, что я визажист, они смотрели на меня как дурочку, потому что 20-15 лет назад вообще слово визажист никто не знал, и такой мейкап-артист даже не знали. Не говоря уже, не знаю, слово макияж еще хоть как-то понимали. Поэтому перед тем, как вообще просить деньги у своего мужа или у второй своей половины, нужно ему четко вот нарисовать и дать понять. И сказать: ты знаешь, все, у меня есть реально бредовая идея. Я знаю, ты меня в этой идее не поддержишь. Вот. Я знаю, ты будешь меня считать просто какой-то глупой, пустой, я не знаю, девочкой, которая интересуется всем этим. Но я просто с ума как схожу по этой профессии, я хочу быть визажист. Я не знаю, просто все, я крейзи. Мне нужны деньги. Если я сейчас, как говорится, не выпью бокал красного вина, я просто впаду в депрессию. Это в плане того, если я сейчас не осуществлю, да, свою идею стать визажистом, я просто все. И если ты мне дашь деньги на это, давай договоримся так. Если я не смогу реализовать свою мечту, не нужно меня потом гнобить, говорить, что ты такая, ты сякая, давай приноси мне деньги, возвращай деньги и так далее. Вот такой должен быть разговор изначально. Чтобы потом, когда он вас клюнет, да, в какой-то ссоре, да, ругаемся мы все, вот, вы ему говорили: я тебе говорила, что не нужно меня попрекать, там, упрекать или так далее. Вот. Чего-то я сейчас извиняюсь, а то это вот такой сложный перекресток дороги, часто для меня вообще непонятно, как тут все едут. Вот, ну, естественно, я не какой-то
психолог, который сейчас вас будет тут лечить и учить жить, как нужно общаться со своими вторыми половинами. Все это вы, естественно, и без меня знаете, но просто девочки очень часто делают ошибки сами, когда создают конфликт между вашим молодым человеком. Вот. Поэтому будьте осторожнее, если вы 100% уже как бы готовы стать и войти в эту профессию, вы должны понимать, что это очень много расходов, что вам не хватит денег только лишь для того, чтобы пойти обучиться. И тут еще очень зависит от того, как быстро вы хотите стать визажистом, да, потому что на самом деле, не обижайтесь, конечно, но вот есть у меня одна подписчица, с которой мы до сих пор, вот можно сказать, спорим. Вы не станете суперизвестным визажистом, пока вы не вложите в себя деньги. Вы будете супер рисовать, супер красиво, вы не станете известны. Вы, может быть, станете, но это вот такой вот мизер на миллион. Пока вы где-то не победите в конкурсе, пока вас кто-то не заметит, а еще лучше, пока вы не заплатите, я не знаю, там, $3000 на этот миллион подписчиков живых в Инстаграме, да, или там больше, вы заметны не станете. В себя нужно вкладывать деньги. Я имею в виду в себя, в этот бизнес, да, потому что это профессия, это бизнес. Нужно относиться прежде всего к этой профессии, как к вашему владению вашего бизнеса. Вот. Ваш бизнес – это как завод по производству, не знаю, мейкапов. И у вас должен быть план, сколько мейкапов в месяц вы должны выпустить для того, чтобы держаться на плыву, а не сидеть и думать, ой, сегодня у меня там в месяц всего 3 мейкапа было, а завтра я вообще не знаю сколько. Вы должны сделать план, что у вас 20 мейкапов должно быть в месяц. Ну, то есть, я думаю, этому учить не нужно, да, это и так, по-моему, все понятно. Вот, нужно понять, вас ли клиент ищет или вы ищете клиента. Вот. Но, возвращаясь к нашей теме о молодых людях и о нас, я скажу так, что мужчины, они начинают относиться серьезно к этой профессии реально тогда, когда они даже не видят вашу славу. То есть, если они видят, что у вас там популярный, не знаю, канал YouTube открыли, еще что-то, но вы для них по-прежнему не серьезная, потому что вы не занимаетесь, по его мнению, серьезным делом. У мужчин немножко другой склад ума, и серьезно вы для них в этой профессии становитесь только тогда, когда вы реально приносите деньги. Когда он видит, что эта профессия приносит деньги больше, чем он зарабатывает на своей работе. Вот у меня такое было. Вот. Я постараюсь рассказать свою историю. И сразу вы становитесь серьезными, поверьте. Как только он видит, что вы 2, 3, 4 тысячи долларов зарабатываете на каком-то несерьезном визаже, и вдруг он понимает, слушай, да, ты молодец, стала деньги зарабатывать, и вообще я просто удивлен. И такая вы сразу для него идеальная. Вот, я не знаю, понятны ли сегодня мои слова вообще, взяли вы что-то для себя интересное или нет. Но это видео, оно больше нацелено на вас, вот то, о правильном вашем мышлении в построении этого бизнеса, в построении самого себя в этом бизнесе, в видении самого себя в этой работе, да, потому что это неправильно, когда вы просто будете визажистом, каким-то там, не знаю, фрилансером, нет, вы должны четко понимать, чем вы уже будете заниматься завтра и после курсов. Сколько у вас уже должно быть подписчиков в Инстаграме, да? Сколько у вас должно быть мейкапов и так далее. Вот. Моя история вкратце такова. Я тоже пережила через это, и я такой вот живой пример для вас. Моя история была такая. Я закончила курсы. В моем видео «История успеха» от Элин я уже рассказывала, как я заканчивала курсы, мои самые первые, и как я вообще не хотела быть визажистом, и это вообще не мое было. Вот. И, значит, когда я закончила курсы, я там стала работать, там победила в одном конкурсе в 2001 году. И настает такой момент, что я вот как-то не знаю. По тем временам мало было очень визажистов, да, и
вот как раз-таки тогда, чтобы тебя заметили, это было реальное время. Сейчас стать заметным очень тяжело, потому что вокруг очень много визажистов. А тогда у нас было единица, не знаю, 3-4 человека, наверное, там на весь Казахстан, кто нормально красил. Поэтому тогда я была более такая заметная. И в один прекрасный момент у меня настолько стала хорошо идти моя работа, что через 4 месяца мне уже предложили стать преподавателем. Я сказала, какой из меня преподаватель, когда я сама только курсы закончила, я вот только в конкурсе там поучаствовала, я вот только, так сказать, только начинаю эту карьеру. И модельное агентство, оно мне предложило, давайте вы будете обучать наших моделей, в группе будет там по 10 человек, а вы будете работать 50 на 50 и так далее. Поэтому я тогда работала в салоне красоты и совмещала вот свою работу, ну, как бы с преподавательской вот этой вот деятельностью. Ну, естественно, когда я почувствовала деньги, по тем временам первая группа, которую я провела, было 10 человек, и с этой группы я заработала сразу там $500. Ну, то есть это было, ну, на самом деле очень круто, я почувствовала эти деньги. И вот вроде бы казалось, все будет уже хорошо, нужно дальше работать. И тут я встречаю парня, который меня спрашивает, вот я сама такая вся из простой колхозной семьи, можно сказать, а он из очень обеспеченной семьи, такой очень известный человек в Казахстане, и сейчас известный. И когда он меня спросил, кем ты работаешь, я ему сказала, я работаю визажистом. Вот как раз таки у меня был тот момент, когда он схитрил и сказал, слушай, круто, хорошая профессия, да, я за тебя рад, вот у меня тоже там рекламный бизнес, может, ты у нас там сможешь поучаствовать. Вот. Но когда я начала с ним встречаться, он мне стал говорить уже через 20 дней, тебе что, вообще делать нечего? Такая глупая профессия, это вообще профессия для, я не знаю, равносильно, как сидишь в моле в каком-то и чистишь обувь. Это несерьезная профессия, тебе такая профессия не нужна. Тебе нужно образование, иди устройся там, не знаю, на производство, пускай у тебя будет, я не знаю, там $150 зарплата, но, по крайней мере, это будет серьезная работа, и ты будешь со мной, все будут спрашивать, кем ты работаешь в моем обществе, я буду говорить, что ты там работаешь там-то, там-то. Вот. Такая ситуация была у меня на том моменте, когда я уже была визажистом. Сколько? 2 года я уже, по-моему, занималась визажом. Вот, достаточно был хороший успех. Я уже сидела в жюри, была судьей многих конкурсов по визажу. Я уже была, завоевывала уже там 2-3 место, да, в конкурсах. Уже, как сказать, я прошла много курсов и в Таиланде успела пожить, то есть приобрести знания. И уже мои работы висели на билбордах, на целом, я не знаю, ЦУМе там, да, вот Зангар, такой есть магазин известный в Казахстане, тогда был. То есть работала с какими-то компаниями по контракту, с водкой Вимпекс, только для них все мейкапы делала. В афишах, вела передачу по телевидению с Центра парикмахерского искусства о том, как нужно делать мейкап. Вела передачу, не помню, как называется, что там на казахском языке. Ну, то есть в газетах печатали, в журналах. То есть вот то время, оно было такое очень вот модное, такое фэшн-время для меня. 2-3 была фэшн-визажистом года в Казахстане, в Алмате. Но, к сожалению, вот тогда люди интернетом пользовались так мало. И вот я пыталась даже вчера посидеть, что-то о себе найти в прошлом. Я реально просто ничего не могу найти, кроме как того, что я там где-то фэшн-визажист года в 2001 году на открытом конкурсе по макияжу «Мисс Туризм Казахстане» и так далее. То есть это какой-то мизер, который я смогла что-то найти. А, к сожалению, тогда время было другое. Тогда люди, сотовых телефонов тогда не было еще. Вот я с того времени, когда у меня первый телефон был Motorola, вот эта здоровая дубина, вот, и то это было так круто считалось, в общем-то, вот так. И тут я встречаю такого богатого парня, да, который там на супермашине, с центра города, имеет свой 2-этажный особняк, и вот который начинает мне диктовать условия жизни, как тебе нужно жить и учить меня. Я ему, конечно, за это очень сильно благодарна. Я знаю, что он все мои видео до сих пор слушает уже, 20 лет, наверное, прошло, как мы знакомы. Вот, и, ну, не 20, конечно, но 10, больше 10 точно. И вот он, значит, мне говорит такую вещь. Ты знаешь, ты не обижайся, но с тобой реально не о чем поговорить. Ты красивая, ты умная, ты рассудительная. Ну, ты постоянно рассказываешь мне о своих мейкапах, о своих, там, я не знаю, ресницах, о своих макияжах. Мне это неинтересно, он сказал. Я вот хотела бы с тобой говорить о политике, я бы хотела, чтобы у тебя было как минимум 2 образования, чтобы ты в совершенстве владела английским языком,
вот к чему тебе нужно стремиться. Мне бы интересно с тобой поговорить было о Библии. Вы знаете, когда он мне это говорил, я стояла и плакала. Я стояла до того, плакала, вот я помню, вообще у меня вот, даже сейчас вспоминаю, у меня вот просто вот девочка, да, которая, я не знаю, там 22 года, такая вся наивная, этой жизнью, мечтами о прекрасном. И вдруг мой любимый человек, моя первая любовь, говорит мне: ты знаешь, ты просто пустая кукла, но с которой мне хорошо. Мы уже жили с ним вместе тогда, гражданским браком 2 года, вот, и, в принципе, были такие планы там на будущее, и вот он как вот мне говорит. Я стою, плачу, и он не утешает меня, и он мне говорит такие слова: ты знаешь, ты не обижайся, но если я сейчас тебе об этом не скажу, тебе никто другой об этом никогда не скажет. И вот эти слова в моей голове живут практически каждый день. Каждый день живут во мне эти слова, потому что по сей день действительно ни один человек, ни один мужчина не сказал мне о том, что сказал он. Ведь он действительно прав. Со мной действительно не о чем было разговаривать. У меня был один интерес — быть визажистом и так далее. Вот. И мы расстались с ним, расстались не по этой причине. Но я жила с ним, он запретил мне, ну не запретил, но он как бы создал такую ситуацию, что я просто не могла заниматься визажом. Вот, я пряталась от него и прятала этот кейс с косметикой. Я обслуживала клиентов и просила не говорить мое имя. Если я где-то участвовала в журналах, я просила не писать мое имя. То есть я старалась быть неизвестной, и он этого не знал. И под лестницей я прятала этот сундук с косметикой. И когда он был на работе, приходили домой клиенты, и я выщипывала им брови. Тогда это называлось выщипывать брови, тогда такого слова коррекция бровей никто не знал. И вот такая вот судьба, знаете, казалось бы, вот он, подъем успеха. Вот, и раз так, и мне просто все обломали, да, и сказали, вот все. И все, я забросила визаж, я пошла, поступила в институт, на MBA, я закончила MBA, я закончила Центральный Азиатский университет, у меня 2 образования, я экономист и магистр бизнес-администрирования. Вот. И поверьте, я несчастлива от того, что у меня есть 2 образования, потому что они мне не пригодились в жизни. Лучше всего у нас сегодня чуть-чуть песочная буря. Вот такая была история. И когда мы с ним расстались, я решила этому человеку, ну вот у всех у нас бывают такие моменты, когда ты что-то пытаешься кому-то доказать. Вот я, наверное, была из той категории, когда я хотела ему доказать, кто я, что-то могу добиться и так далее. Вот, я стала изучать Библию, вот, я стала ее читать, я стала разбираться, учиться слову политика, я стала понимать, что такое акимат, кто такие акимы, кто такие там парламент и так далее. Я закончила институт, я стала заниматься курсом английского языка, вот, я стала работать в нефтяной компании только лишь для того, чтобы он просто узнал, что я не такая пустышка, как он думал, понимаете? И за это, на самом деле, на сегодняшний день я ему очень благодарна, и эту историю знает мой муж, и мой муж нормально относится к этой истории, и я могу с вами открыто делиться этим. Вот. И что получилось дальше? Через какое-то время мы с ним встретились, и весь вот этот вот поток знаний, которые я ради него, можно сказать, изучала, я попыталась просто с ним побеседовать, и он увидел, что я действительно стала другим человеком. Вот. Но тогда как бы уже отношения были не те, и у меня больше родилась ненависть к этому человеку, какая-то агрессия, какая-то обида, видимо. Ну, в общем-то, жизнь нас так интересно развела, что на сегодняшний день, ну, я не поддерживаю абсолютно никакие контакты с этим человеком, но по сей день он за мной следит, он пишет комментарии в Фейсбуке и оценивает мой мейкап. Пишет: прошлый мейкап был намного лучше, этот там, допустим, не такой, как тот. Это очень забавно, знаете, когда известные люди, да, они когда-то тебя пытались потушить, а сейчас видят успех и пишут себе комментарии о том, что классный мейк, отлично выглядишь и так далее. Это забавно. Вот, такая была история у меня, и дальше были паузы в этой профессии, как бы, и потом я вновь работала. Ну, то есть макияж, он как-то, знаете, он всегда был вот в жизни со мной.
Я, если у меня когда-то не было денег, у меня всегда был кейс косметики, я всегда могла какие-то копейки заработать. И я также переживала, что, ну, что это за работа действительно такая. Ты не заработаешь денег, и я часто падала духом. Но и тем не менее я продолжала этим заниматься. Вот. И в один день просто как бы я, ну вот в своей истории успеха я уже рассказывала, что я встретила своего мужа. Всем интересен этот момент, как он отнесся на мою карьеру. Мой муж, он был таким обычным простым парнем, который работал в киноиндустрии, можно сказать, был даже актером, вот, и режиссером, или звукорежиссером, вот, ну, зарабатывал, я не знаю, может, он там 500-600, ну, не знаю, долларов, может, 800 по тем временам. То есть я на тот момент уже преподавала курсы, работала в одном клубе знакомств, я преподавала уже курсы, и я зарабатывала немножко больше него. Вот это чувствовалось, и мой образ жизни, он был более такой разгульный, то есть я могла позволить себе, работая, занимаясь визажом, проводя курсы, я могла там $1000 отдать на наращивание волос, у меня там косметичка была только вся такая. Ну, то есть у меня была такая жизнь, когда рядом со мной не было простых парней, я это не скрываю, всегда были парни обеспеченные, не буду говорить, что никто никогда не помогал мне с деньгами, были люди, кто помогал. Вот, это, я считаю, это нормально абсолютно, когда ты не просишь денег, а тебе просто помогают, да, когда ты свободная. Почему нет, если это твоя вторая половина, и если вам там вместе хорошо. Вот, но в основном, конечно же, я всегда сама работала, сама как-то старалась увидеть себя в этой профессии, реализовать свои мечты и так далее. Вот, и настал такой момент, когда вот в этой буре ярких красок этой жизни я параллельно занималась еще там всякими цветами, я не знаю, там еще чем-то, то есть, но визаж, он все равно присутствовал и был в моей жизни. И я встречаю своего мужа, и у нас был тоже в какой-то момент такой ревностный момент, когда он чувствовал, что я зарабатываю больше. Когда я вышла замуж за него, у нас был момент, я честно скажу, что вот реально не было денег, да, и мы просто бывало такое, что чипсы себе не могли позволить, потому что так было тяжело. И спали мы на полу, и... Ну, то есть, я не хочу вам сказать, что я вот какая-то суперзвезда, и вот там муж меня обеспечил или что-то еще. Нет, у меня на самом деле был такой скромный брак, такой достаточно в скромном ЗАГСе. Я никогда не пыталась как-то себя сделать вот какой-то известной. Всегда я уходила в тень. И поэтому, прожив какое-то время, я просто пришла к решению, что я хочу открыть школу. Вот. И муж в этом моменте меня поддержал, честно сказать. Он меня поддержал и сказал, ну, если ты считаешь, что у тебя получится, давай. Вот. Год в этой профессии я работала без него. Сама полностью открывала школу. Единственное, он мне помог с деньгами, то есть он со своей работы принес просто... Не помню сколько, то ли $1500, то ли чуть больше, сказал, я вижу, что тебе нужны деньги, вот, возьми эти деньги, покупай косметику, там, открывай студию и так далее. Ничего не бойся, будут клиенты, если нужно, я тебе помогу. Такое было у меня отношение с мужем. Естественно, на этой волне я открыла студию. Вначале это была одна студия, потом вторая, потом третья студия большая, потом я открыла косметологию. Вот. И, в общем-то, как-то так, знаете, в какой-то очень короткий момент, буквально в 3 года, вот все это так вот очень взлетело. И уже через год я забеременела и сказала мужу, что я не могу дальше продолжать одна работать, и, пожалуйста, вот, контролируй все это, помогай мне. Вот. Он на тот момент не оставлял свою профессию и помогал мне. Он сильно в это вклинился, он полностью занимался закупом косметики, продажей косметики, созданием интернет-магазина по косметике. То есть на сегодняшний день мой муж, он знает все. Вот, в какой-то момент он сказал, хорошо, я вот хоть вообще не люблю эти помазульки, но давай, говорит, я попробую. Я пыталась даже его учить, он даже ходил на курсы парикмахерского искусства, но все-таки его мужской вот такой вот характер, это не его. Вот, поэтому вот такое было у меня начало, так скажем, моей жизни, личная жизнь и карьера вот у меня была вот так изначально строилась. И, в принципе, через какое-то время он стал больше всем этим заниматься, понимать. И в какой-то момент я вообще уже перестала работать.
Вот, я наняла преподавателя, он ходил сам, снимал кассу, все это вот как-то проходило уже, я больше занималась с ребенком. Вот, и в какой-то момент просто, ну, вот так произошло, что, можно сказать, из нищеты эта школа стала очень известная, очень популярная. И отчасти мой муж очень сильно мне в этом помог, потому что он занимался полностью рекламой, соцсетями. То есть все клиенты, которые приходили, это была его заслуга. Вот. И, конечно же, обрабатывала всех этих клиентов, ну, так скажем, по-русски, да, сейчас вот, привлекала этих клиентов, продавала свои услуги по телефону именно я. То есть, когда вы разговариваете по телефону с клиентами, нужно не просто, да, с ними разговаривать, а нужно именно продать свой сервис ему так, чтобы он захотел уже прийти к вам и сесть в кресло. Вот это тоже я проходила много мастер-классов, привлечение и удержание клиента, коммуникабельность с клиентом и так далее. Вот, и, значит, в какой-то момент вот школа стала такая популярная, вот в раз, я не знаю, на пике этой волны, ну, я уже рассказывала, так получается, что вот эта идея переехать в Дубай, она нас не оставляла, и была уже скоплена какая-то сумма денег, вот, и мы просто эту школу, ну, продаем, да, продаем ее моей ученице, которая сейчас успешно тоже работает, вот, все у них хорошо, вот, и я, значит, отдаю эту школу в ее руки, и мы едем сюда и открываем здесь обучающий центр вместе с мужем, и вместе мы в этой профессии сегодня. Поэтому я надеюсь, что это видео, оно дало вам понять, что карьера визажиста, если вы действительно хотите быть визажистом, и вы строите планы в этой карьере серьезные, не просто быть фрилансером, там, подзарабатывать какие-то копейки. Если вы реально хотите заниматься этой профессией и быть номером один, по крайней мере, для самого себя, в своем узком кругу, и быть серьезной перед глазами вашего мужа или вашего любимого человека, нужно сразу дать понять, что я иду сейчас на курсы не для того, чтобы там заниматься помазульками, нет. Я иду сейчас на курсы для того, чтобы попробовать открыть свою школу, попробовать стать визажистом, известным, сильным. Да, мне придется полгода красить всех бесплатно, ты должен это понимать, для того, чтобы у меня набилась рука, чтобы рука стала рабочей и так далее. То есть беседа, слова, они очень важны. Вот. Очень часто девочки, в принципе, неправильно вообще общаются со своими, вот, не знаю, вторыми половинами. И, конечно, для них ничего не хочется делать иногда для вас, со стороны вашего мужчины. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Не знаю, ставьте лайки, пожалуйста, ставьте анлайки, если вам было интересно сегодня побеседовать со мной, вот, а мне с вами, то подписывайтесь, конечно же, на канал. Сегодня к ночи выйдет, я надеюсь, или завтра к ночи выйдет видео о бровях, о том, как я это очень быстро, умело делаю с бровями. Ну, в общем-то, на этом все. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. И не забывайте, что впереди у меня мастер-класс в Казахстане, который состоится 27 августа в замечательном имидж-студии красоты «Не салон» называется. Вот. Если вам интересна эта информация, с каким мастер-классом я прилетаю, то вкратце скажу, что мастер-класс, он будет состоять из двух тем: как начать зарабатывать деньги начинающему визажисту, как стать звездой в своей сфере, это первая тема. И вторая тема этого же мастер-класса — это арабский традиционный настоящий макияж. Вот. Также будет еще у нас второй день, когда этот мастер-класс будет с отработкой. Вот, там будет такой полноценный урок пати-мейкапа, такой будет макияж, который подходит на все глаза. Если вы хотите поучаствовать, пожалуйста, пишите на Makeup by Elin, спрашивайте цену, я могу выслать вам программу, всю информацию, как и что будет происходить. На этом все. С вами была, да, Элин Светимова и канал Makeup by Elin. Всем пока!